Hello and good morning. Здравствуйте и доброе утро всем. I'm sitting in my office at Healing Place Church. Сижу сейчас в своем офисе в церкви Healing Place. And I have some thoughts I want to share with you. И у меня есть несколько мыслей, которыми бы я хотел с вами поделиться. I was reading in Isaiah 66, verse 2. Я читал книгу пророка Исаии, 66 главу, 2 стих. It says, my hands have made both heaven and earth, they and everything in them are mine. Там написано, что «Моя рука сотворила небо и землю, небо и земля, и все, что наполняет их, принадлежат мне». And these are the ones I look on with favor. И вот на кого я презрю с благоволением. Those who are humble and contrite in spirit. Смиренных и сокрушенных духом. And who tremble at my word. И те, кто трепещет над моим словом. You know, when I read that, it just reminds me that God knows us so well. И когда я это прочитал, я понял, что Бог настолько хорошо нас знает, because he made us with his own hands. Потому что Он сотворил каждого из нас своими собственными руками. And when you're working with your hands, they are very sensitive to the touch. И когда ты работаешь руками, твои руки очень хорошо ощущают то, что ты делаешь. God knows this intimately. И поэтому я могу сказать, что и Бог знает нас очень близко. And he says, I want to give you favor. И Он говорит, я хочу дать вам благорасположение. If you can be humble. Дам вам благорасположение, если вы будете смиренны. And surrender to him. И если вы сможете подчинить свою жизнь мне. Also in 1 Peter 4:10. Также в первом послании Петра, в 4 главе, в 10 стихе. It says, God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Написано, что Бог каждому из нас уделил дар из своего широкого выбора различных даров. And he says to use them to serve one another. И Петр говорит, используйте эти дары для служения друг другу. And so God gives us favor. Итак, Бог дает нам благорасположение. As we walk out our life in him. И чем больше мы живем с Ним, тем больше этого благорасположения приходит к нам. And in turn, he wants us to give favor to others. И Бог хочет, чтобы взамен мы также шли и то же самое благорасположение или милость отдавали другим людям. By sharing our gifts with them. И мы можем это сделать тем, что мы делим, отдаем людям свои дары и таланты, мы делимся ими своими дарами и талантами. It goes on to say in verse 11, и далее в 11 стихе говорится: whatever gift you may have, do it as though God himself was doing it through you. Написано, что делайте это, любой дар, который у вас есть, исполняйте его или практикуйте его так, как будто бы сам Бог практиковал это через вас. That excites me. И меня это очень сильно радует. It inspires me to do more for God. И вдохновляет меня делать что-то больше для Бога. Because I do it as though he's doing it through me. Потому что все, что я делаю так, как будто бы сам Бог делал это через меня. Let God work through you today. И пусть сегодня сам Бог работает через вас. And share his favor with someone else. И поделитесь сегодня Его благорасположением, Его милостью с кем-то еще. Amen. Аминь. Have a blessed day. Благословенного дня всем.